Видите, какая машинка классная. Устойная дачная дорога. Так, машинка классная, погода классная. Тут я уже все показывал. Но это вот все дома, но все облицовка, по-моему, же нет. Вот это я не люблю. Когда облицовочный кирпич, это я не люблю. Вот это я люблю. Вот это моя мечта. Такой же сделать. У меня же дом, вот как вот та часть вот на даче такой же. И вот если такое пристроить, это будет просто колоссально. Так, ну сейчас, еще раз говорю, сейчас мы сворачиваем на американскую дорогу, потом на еще более американскую, на Симферопольское шоссе. Роскошное. Которая роскошная только до Тулы. На заправку за эликсиром. И потом, значит, у нас уже будет суп с котом, как говорится. Вас снимают друзья, да-да-да. Вот там чувак с чувихой идут. Вот полный бак. Вчера закинулся. Так что на заправке у нас будет исключительно и только кофе. Погнали, друзья. Ну и посмотрим, я думаю, либо будет Серпухов, либо там есть еще же этот музей-усадьба не Перова, а кого? Какого-то художника я забыл. Не Перова, нет. В общем, туда можем заехать. Посмотрим. Так, у нас тут 50 км в час. Так что едем 60. Все хорошо.